Сейчас расскажу. 3 дня. Опять у меня, в общем, в правой почке камень, ну, 2 сантиметра. Уже там, ну, 14 лет лежит. Вот. И они, врачи, мне как говорят, они говорят, он, если у тебя пойдет, вот, то оперировать тебя никто не сможет, но так как ты в состоянии в таком, там сажать надо, понимаешь, для операции. Вот. И 15 лет, видишь, как уже он как бы у меня бывают подвижки, но уже давно не было такого, уже, наверное, лет 6 было. Начинает он двигаться. А это он 3 дня, видимо, как, видимо, серьезно он такой, ну, направился на путь свой. Вот. И все, я думал, особенно вчера, вчера думал, все, уже смерть подходит, то есть уже все такое. Похолодели руки, ноги холодные, уже сердце, знаешь, вот так стучит, то останавливается. Матушка бегает всю ночь, не спит, боится. Как мне идти, ты умрешь, что я? Говоришь, давай в больницу. Я говорю, какую больницу? Я вообще даже и разговора ни о какой больнице. И это самый мокрый весь там кошмар. Рубаху сняли, он хоть и выжимай. Сегодня просыпаюсь, как будто ничего не было. То есть с такими диагнозами забирают в реанимацию сразу людей на операционный стол. А тут видишь, как происходит все. Вчера тоже весь день страдал. Плохо так было духовно. Ну, знаешь, так это, просто смотрел. Думаю, Господи, как от гордыни избавиться, знаешь, вот на все это. Ну, и вчера плющил весь день от этого, что... А сегодня, представляешь, встаю утром на молитву. И как будто вот что-то, знаешь, сжигать начало в молитве. Господь как будто, знаешь, вот все вокруг ошел. Ну, конечно, больно было, неприятно, но... В то же время я чувствовал, что какой-то вот процесс идет такой, знаешь, вот как будто что-то перегорает, какая-то гадость. И это. Думаю, ну, наверное, Господь все-таки да, иногда дает и в это, поплавиться немного. Да. Ну а как иначе? Я вот сейчас делаю, я же пытаюсь вот 3 суток делать нашу эту беседу вторую, понимаешь? И вот я в таком состоянии, у меня вот эти вот приступы боли, я все равно стараюсь что-то делать и отвечать там, ну, на письма и все. И вот на 3 дня затянулось, понимаешь? А делаю, вот опять же, говорим с тобой там, о сектах, о всевозможных. Видишь, они-то эти состояния, вот то, что как и написано, что в горнилах испытаний вот укрепляется дух человеческий, да, то есть нам необходимо пройти через это огненное крещение. У них же вот этого нет. Они считают, что в тебе дух злой. О, друзья, я чувствую, что видение Бог дает нам всем. Я думал, Бог дает его мне, но Он дает нам всем это видение. Видение. Я вижу следующий год. Я вижу это, друзья, видение. Следующий год. Это год твоего служения. Это год твоего плода. Это год, когда через тебя явится Божья слава. Это год, когда через тебя явится Божья милость. Сегодня Бог, Дух Святой, говорит твою жизнь слово от Бога Отца. Новая жизнь. Мир тебе. Покой. Аллилуйя. Боже, наполни его твоим помазанием. Наполни его твоим помазанием. Прошу тебя. Коснись. Боже мой, Боже мой, Боже мой. О мой Бог, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Куда рабощи, туда рабощи, туда са, туда рабощи. Боже мой. От помазания распадется. И я говорю, от помазания распадается прямо сейчас. Всякое ярмо, предоставь это Богу сейчас, распадается всякое ярмо. Кому-то сейчас нужно пережить присутствие Святого Духа и прямо сейчас осознать и принять глубоко внутри себя. Новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. Аллилуйя. Новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. Аллилуйя. Новая жизнь.
Новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. Аллилуйя. Новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. Аллилуйя. Новая жизнь. Ты выйдешь сегодня отсюда уже новым человеком, в новом уровне. О мой Бог, аллилуйя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой. Боже мой. Вот знаешь, чем глобальная книга Эздра третья? Она расставляет как раз точки между сектантством и между истинной верой. Ты не понял? Вот они, знаешь, что самое интересное? Они признают, они говорят, да, мы благодарны, что православные дали слово как бы миру, да? Они сохранили. Ну, то есть, да, да, это православные, но получается, вы взяли это слово, и некоторые книги оттуда вот так вот убрали, сказали, а это нам не надо. Это не это, не от Бога. Как так? Вы, значит, у нас взяли, да, слово? Сказали, да, это от Бога. И взяли и убрали, и Эздру там, ну понял, да, вот поубирали это все остальное. А знаешь, что самое интересное? И вот на этом, я вот сейчас только и понял, они, знаешь, в чем они спекулируют? Вот все секты. Они спекулируют на том, что Господь сказал, что прибудет с вами Дух Святой до скончания века. Понимаешь, про что говорю? Как раз есть и у Исаия. Ну, это надо садиться, прям изучая, показывать эти грани. А вот у Эздры он четко их разделяет. Он говорит, что был век поврежденный. И вот этот поврежденный век как раз примиритель восстановил, получается, ну, человека. Понимаешь? Когда пришел. Почему я тебе сказал, посмотри внимательно, вот это 7 глава Эздры 3, 26 вроде, да, я сказал стих. Когда он говорит, и Иисус с людьми своими через 400 лет умрет. Я Эздра... делал, я эту вставку ролик ставил. Понимаешь, да? То есть смысл в чем? Что это и был конец этого века поврежденного. Когда вот он его, человека, восстановил, все вот эти церковь, она купалась в благодати. Она насыщалась. И он как сказал, что до скончания века Дух Святой будет. Он и был. Понимаешь, про что говорю? А потом Эздра говорит, он умрет, и начнется век усыпленный, наш век. То есть, почему и апостол говорит, что мертвые во Христе восстанут, он нас говорит. А они это не могут это принять, потому что получается, что кто у них тогда в их церквях? Задумайся. Кто действует в их церквях? Как раз мы с тобой как начал так, знаешь, думаю, Господи, ну, помнишь, там было такое слово, когда говорит, и многие сказали, но он же сказал, что вперед злы. И как вот мне некоторые как же, посмотри, сколько они добрались, как бы и там, и типа там, и понимание, внимание, дата какое. Вот сам Господь в этом слове, почему, какое глобальное зло будет в наше время, когда он сказал, отойдите от меня, не знаю вас, они скажут, Господи, как, мы же твоим именем исцеляли, ты вдумайся, исцеляли, это в каком великом добре они пребывали, в чудесах каких, они именем Господа исцеляли, понимаешь, ты вдумайся, это, и что мы видим сейчас, это протестантизм. Они исцеляют во имя Господа, да, такие чудеса творят. И тут он в этом слове как раз и показал эту точку. Вот эту вот точку. Он сказал, отойдите от... А они говорят, мы же твоим именем исцеляли. Представляешь, какое вроде бы глобальное добро они делали, да? И получится, что Господь, вот это великое добро, якобы, вот это псевдо вот это, он обличил, сказав вот так вот, отойдите от меня, потому что это получается какое-то извращенное. Вот вроде бы все просто, да? Все просто в Евангелии. Я как раз привожу в беседах с ними, привожу этот вот стих, да, и они обижаются очень сильно.
Они говорят, да ты что, ты не знаешь просто, о чем ты говоришь, то, что у нас происходит. Ну, свидетельство, насколько есть. Вот я посмотрел, кстати, вот эти, вот как они там встают из этих из кресел. Ну да, действительно видно, что и ноги такие слабенькие совсем там и поднимаются. Шок був, так? Звісно. Як тебе звати? Роман. Роман? Давай. А звідки ти? З Чернігова. З Чернігова, так? Чи ти в неї не віриться? Не, а у них там реально это происходит, такие лжечудеса. Оно же тут, вот чему удивляться, вот понимаешь, мне вот братья пишут, некоторые тоже ролики присылают, говорят, или сестра там, это правда. Я говорю, чего правда? И она мне показывает, вот смотри, там это, парализованный встал, или там ангел там это. Я говорю, ну правда. Я говорю, а ты разве не читал в Откровении, что будут вести брань с нами, с последними, чудесами и знамениями? Я говорю, этот дьявол делает специально для того, чтобы прельстить избранных. Ты понимаешь? Это ничего удивительного нету в этом. Тут, понимаешь, они начинают трактовать. Ну как же он сказал, кто с нами? И приводит вот эту вот из Евангелия притчу, что, а помнишь, когда ученики подошли, говорят, и говорят, ну вот там твоим именем Господи исцеляет один. Он говорит, не трогайте его, да? Он говорит, с нами, потому что он во имя мое. Но он-то увидел, что это человек на истинном пути, да? И он и сказал так. А понимаешь, вот сейчас многие просто берут вот эти верхушки, они уже считают себя святыми. Вот как мне один из протестантов даже сам сказал, он говорит, знаешь, что я, говорит, не понимаю? У нас, говорит, сотни миллионов протестантов, которые в чудесах, да, вот по всему миру. По всему миру они, это, и они считают себя все святыми, и что ихняя евангельская проповедь по всему миру сейчас идет. Он говорит, а Христос же сказал, что когда будет проповедано Евангелие по всему миру, придет конец. И он говорит, я не понимаю. Он, это протестант уже сам говорит, если проповедь по всему миру прошла в таких чудесах великих. И ты понимаешь это? Самое смешное, что, а задумайся даже сам, да, у нас вот в православии, хорошо там, если где-то один светильник какой-то яркий появился, там другой, но некоторые мы не знаем, потому что они были смиренные, кроткие, прятались, но Господь их все равно открывал. А тут получается сотни миллионов святых на планете Земля, сотни миллионов святых. Почему же тогда Земля у нас это в таком полном, ну понимаешь, про что говорю? Не исключаю то, что есть среди них исцеление, да. Но это как бы, знаешь, такие, ну, я думаю, совестливые люди. Но есть среди них много, еще ко мне обращались тоже, тоже хотели. Ко мне только откуда, из каких только этих, ну, видимо, хотели использовать в своем служении или там, не знаю. Есть такие инвалиды, которые вот, ну, занимаются, такие несложные у них травмы поясницы, и вот они как бы занимаются и с помощью реабилитации начинают вставать потихоньку. И они таких находят, то есть его видно, что он инвалид. И они, может быть, за какую-то плату или, я не знаю, или, может быть, веру привлекают его. Они как бы его используют в качестве зрелища. Я тебе скажу, что это на самом деле там происходит, и это не обман. Я это сам лично видел. Я видел, как у человека зубы вырастали. Я видел, как одного человека, который уже легкий, Бог исцелил, и он еще полгода. То есть, ну, я не знаю, как Бог или вот то, что у них это происходит. Это простите, потому что ты понимаешь, вот сейчас вот, когда я это слово четко вижу, вот это вот, что Господь говорит, отойдите от меня, я не знаю вас. А они говорят, да как же, мы же твоим именем исцеляли, понимаешь, они исцеляли. Они не просто что-то делали, они исцеляли. И получается, что а Господь им говорит, отойдите от меня. Я не утверждаю это, у меня это под сомнением. Нет, говорит, понимаешь, что сам Господь говорит, что они будут исцелять в последнее время. Они будут исцелять. Я послушаю, почему у меня сомнения, я же все-таки себе как бы потом начинаю противоречить. Вот когда сатана подошел к Господу, да, а Господь ему говорит,
делай с ним все, что хочешь, только души его не трогай, да? И ведь сатана, если он в силах разрушить тело, значит, он в силах и созидать его тогда. Вот, это возможно, да, конечно, что он может, сатана может исцелить. Я думаю, что скорее всего, вот смотри, некоторые, Господь, он всех исцелял, всех подряд, а он всматривался. То есть вот тут даже есть разница между протестантами. Они всех подряд вот так на их руки накладывают, и во имя Иисуса всех. А Господь, и даже когда апостол, он своему, кому, Тимофею вроде говорит, а ты, говорит, не торопись руки воскладывать. Сначала увидь, достоин ли он этого, понимаешь? То есть как бы и Господь, он видел, есть в человеке покаяние. Только тогда он руки накладывал для исцеления. Или вот к нему, когда женщина прикоснулась, которая жаждала его, понимаешь, там, и ты понимаешь, тут вот что момент какой происходит. Ну а как они так делают? И до меня дошло. Ты понимаешь, что многие болезни, по сути, бес может своевременно создать какую-то болезнь. То есть он может это сделать с каким-то своим человеком. Просто взять его и просто, знаешь, как сидеть в нем. Потому что по Ветхому Завету мы видим, что порой, да и даже по Новому Завету, что когда исцелялись люди, бесы отходили. То есть получается, болезнь — это бес сидит какой-то. Ну, связывает в чем-то человека. И получается, ну, они говорят, ну как же там Господу, говорит, если он, говорит, силу Вельзевула. И ты понимаешь, вот самое страшное зло, в которое мы сейчас пришли, это вообще опасное зло. Это зло того, что дьявол перевоплотился в Христа. Он как овца выйдет с этими вот агнечами. Но не агнец. То есть и смысл в том, что ты понимаешь, что значит, соответственно, он будет... Вот ты видел сейчас, что происходит на глобальном уровне? Они все ждут, что сейчас должен прийти Христос, основная масса протестантов, и будет восхищение церкви. То есть у них сейчас это прям идет зомбирование по полной программе, что сейчас должен Христос прийти и всех церковь свою восхитить. А мы-то знаем, что сейчас Антихрист сначала должен явиться, сын погибели. Мы это православные знаем, что сначала должен явиться Антихрист. И мы с тобой вот в этой теме предыдущей говорили, что он как Бог войдет. Не как чудовище какое-то, а как Бог он придет. То есть он будет во всем Богу подражать. То есть он будет в этом не коварен. Вот эти ангелы появляются, там появляются. Сейчас НАСА начал выставлять свои вот эти всякие видео, что якобы там снимает вот эти вот ангелы туда-сюда. Снуют. Такое видео, что в центре Вселенной, и оказывается, город, они его прям засняли, якобы новейшее оборудование, такой белоснежный город, и, говорит, мы, говорит, удивились тому, что, говорит, вся Вселенная вокруг него движется, то есть он как центр Вселенной. Удивительный город, плывущий по просторам Вселенной. Компьютерные фантазии дизайнеров, ошибаетесь, это то, что увидели в телескоп американские астрономы. Самое невероятное открытие последних лет, так его окрестили астрофизики, обнаружил орбитальный космический телескоп НАСА «Хаббл». В 1995 году с его помощью были получены снимки, на которых ученые разглядели четкие очертания плывущего белого города. Это, что называется, необъяснимо, но факт. Когда мы просматривали орбитальные снимки, то сразу обратили внимание на темное пятнышко на двух из них. Я вооружился мощной лупой и не поверил своим глазам. Пятнышком оказалась сияющая структура, напоминающая город. Разница лишь в том, что он плыл. Участок неба, на котором обнаружили небесный Китежград, пересняли с максимальным для Хаббла разрешением. Плывущий город появился вновь. Компьютерный анализ фотоснимков показал, движение загадочного сооружения совпадает с перемещением окружающих галактик. Однако при трехмерном моделировании этой части Вселенной астрономы были потрясены еще больше. Оказывается, не город удаляется от нас, а мы от него. Изображение наглядно показало, галактики разбегаются именно от той точки, где расположен город, а значит, он и является центром Вселенной. И ты знаешь, что самое интересное? Это сатанинская организация, которая никогда бы не начала исповедовать Господа, что он есть, да? Она занялась такими вещами. Ты чувствуешь, к чему это ведет? То есть они полностью начали активно активировались для прихода Антихриста. И самое смешное, что даже в ООН,
Сейчас даже должность там такую сделали несколько лет назад. По контакту, по общению, он как дипломат, как консул, не знаю, вот с этими всеми, ну, понимаешь, с кем. И американский народ, и все люди мира имеют право знать, что происходит на самом деле. Потому что они являются частью этого. Это не просто изолированное явление. Так что после подтверждения изложенных в книге фактов у генерала ВВС США в отставке, я принял приглашение от Виктора Виджиани, который также где-то здесь, и его компаньона Майка Бёрда, чтобы выступить на симпозиуме в Университете Торонто. И я сказал, НЛО настолько же реальны, как и самолеты, летающие над головой. Это дало мне сомнительную честь быть первым человеком министерского уровня в группе стран Большой Восьмерки, который заявил это однозначно. У них уже там это. И НАСА призналось, что мы уже ведем три расы, говорит, там есть, мы с ними ведем диалоги. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот самое страшное то, что вся вот эта основная масса людей, миллионы, миллиарды, они по сути, это они говорят, что они ни в кого не верят. Они сейчас вот только, вот это все программа начинается, пришествие Антихриста. А они все, потому что у них уже в голове есть вот это вот, их уже подготовили к этому. Они смотрят фантастические фильмы вот эти, понимаешь, да? Ну, то есть... это же и есть на очертание вот этого вот обершленности. Да, да, да. То есть, по сути, это все вокруг нас сейчас, это основная масса, это уже, это, наверное, будет что-то такое глобальное. И нам, почему он говорит, что говорили, да, что мы только благодаря вере одной спасемся, потому что, вот и задумайся, почему я так думаю, благодаря вере, потому что такие лжечудеса вокруг нас будут. То есть такие глобальные, то есть вот это вот пришествие вот этого Антихриста под видом Бога, и причем еще и через храм. Они не скрывают, ну, показывая о том, что вы, ребят, не ошибаетесь, все правильно, верьте именно в то, что вы верите сегодня, в чипы, вот в эти начертания, говорите, верьте. А ты видел вот этот вот мультфильм масонский, лодочки, вот спящий такой Христос, там... Еще показано, ну, в общем, вся блудница показана, как в виде бабки такой. Потом там показана церковь в виде спящей девочки. А, не видел? Они прямо издевают. Самое смешное, оно так и есть. Ты заметь, сейчас вот эти все сатанинские организации такие, которые, ну, их не назовешь, они все начинают как бы вот эту вот подготовку. Они, может, и соглашаются, и я, знаешь, не удивлюсь, что, может быть, какая-то информация даже и нам распространяется особо так, знаешь, вот. Потому что вот у меня мать в свое время, теща, смотрела диски
постоянно там вот эти носили диски там православные. И она говорит, жили, говорит, мы спокойно, говорит, в вере, да? Как только начали все это смотреть, у нас, говорит, такое беспокойство в духе появилось. Да. Какой-то, вот, знаешь, мятеж какой-то. А, говорит, диски-то православные. И я говорю, а вы знаете, что самое интересное? И она говорит, мы вот, говорит, выкинули эти диски все и сказали, все, не будем. Будем дальше. Живем, и, говорит, молимся, трудимся, говорит. И говорит, опять мы обрели мир в своем сердце. И ты понимаешь, да мне, вот я просто сидел и думал, нам кажется, что мы такие умные, что вот вокруг нас вот эта политика происходит, мы такие умные, все ее видим, такие, знаешь, все там сидят, а, мы знаем, что вы там задумали. Да они это и показывают нам, чтобы мы так думали. И те же самые диски, половина, которые они распространяют, патриотические там и всякие и тому подобное, это все идет на духовном подсознании. Вот как один сказал правильно, говорит, что воспели в героев тех, а они, по сути, говорит, распространяют такие диски, которые нарушают внутреннее вот это вот духовное состояние. Они рождают вот этот вот мятеж какой-то внутренний, духовный. Ну, это простейшее нейролингвистическое программирование, когда ну, какую-то обязательную деятельность. То, что ему скажут человеку, то, что в него заложат, то он и сделает. Если человек уходит от Христа, если его посвящают какие-то тайны, свои даже тайны, человек начинает работать на эти тайны, а от Христа то он отходит. Я просто сейчас общался с некоторыми братьями. Они говорят, скорее бы. Все что-то ждут. А чего вы ждете-то? Вы понимаете, что Бог наоборот отсрачивает. Вас ждет, а не то, что вы это ждете. Получается, вы ждете, и вы в этом своем вот этом дать, вот это все напичкали сами пророчествами. Бог ждал. А вы все жадно ждете, что сейчас начнется. Да вас Бог, наоборот, оттягивал, ждал, чтобы вы начали покаяние. Вот я начал говорить о покаянии, да, и вопрос, а что есть покаяние, да, вот пока все думают, ну вот там это, покаяние, это надо пойти там в церковь, поплакаться там, поговорить, что написать свои грехи. Да это не покаяние. Покаяние, да, это хорошо, когда ты осознаешь. А можешь ли ты осознать, позволит ли тебе осознать, вот, кстати, вот эта притча о 10 девок, да? Я вот смотрел этот диалог этого Лапкина, что ли, не помню. И тот ему говорит, а вы знаете, говорит, что такое 10 дев? Это, говорит, 10 церквей. Он как бы Христос как образ показал, что вы нас сектантами называете, а вот 10 дев это и есть как бы, это боги. И ты понимаешь, для меня так думаю. Это они сами себя уже от невесты отсекли, что ли? Невеста Церковь Христова. А вы уже себя подругами назвали. И смысл-то тут не в этом, не в этих 10 девах и 10 подругах. Господь, если бы хотел показать этот смысл о других церквях, он бы так сказал, там, некие девы, да, там, ну, там, он не говорил четкое число. А он показал как противовес 5 неразумных и 5 разумных. О чем тебе это говорит? Да, девы – это подруги невесты. И вот тут вот до меня дошло, что это за подруги. Не это? Не думал? Ну, а тут вроде как очевидно. Ну, нет, потом... О чем ты думаешь? Вот смотри. Да, там я посмотрел по толкованию святых отцов, я как бы от этого далеко не ушел, просто я немножко по-другому это увидел. В каком плане? Там, что вот это ели там дела милосердные, как бы это вот в нашем сердце все. Но тут знаешь, что до меня дошло? Дошло то, что Господь отделил сначала, но показал в то же время, что они, девы, они как очень близкие подруги невесты. А невеста – это наша душа, по сути. Согласись? И святые отцы некоторые... что это наша душа, которая в чистоте, вот в этой белоснежной одежде, она как бы подготавливается к сочетанию с Господом. И тут меня доходит,
Вот эти пять разумных, это человек, который вообще от зла удаляется, вот эти девы, пять его чувств, они девы, да? Он удаляется от зла и всегда в этом бодрствует. И даже он уснул, потому что время такое, да? То есть и эти пять чувств у этого уснули, у того, который вроде бы бодрствовал, который делал добрые дела, все. А у этого он неразумный, он как бы и мечется, и как бы у него масла этого нет, добрых дел. Но он вроде бы и все соблюдает, там заповеди, да? И вот, но у него чувства, они неразумные. И он тоже уснул. То есть все уснули. Потому что время такое, ночь. Все уснули. И вдруг раздается голос жениха. Сейчас вот представляешь, вот это раз. И мы все оживаем. Наши чувства оживают. Но те, у которых эти чувства были наполнены. Понимаешь, вот у нас в сердце было, жило добро. Там мы хоть как, ну никак, но мы боролись, да, там делали что-то. И они эти чувства, они смогли. Они смогли просто ожить в тот момент. Потому что, ты понимаешь, наши чувства... Наши чувства, это я в свое время просто с этим столкнулся. Ты имеешь в виду чувства, это плотские, ну, по плоти чувства? Нет, ты знаешь, я тебе сейчас объясню. Ты понимаешь, что вот у нас наши чувства, они деградировали у людей. Дьявол их, вот ты помнишь, даже Господь говорил, и зашел он в этот Соломонов притвор, или как он назывался там, пять крытых ходов. Туда вот, он, это они тоже не просто так, он говорил, пять крытых ходов. Ты понимаешь, что вот наши чувства, дьявол их, что он пытается сделать. Когда он нас растлевает, он вытягивает наши чувства как бы наружу сюда, он их связывает с этим миром. Они внешние становятся чувства. То есть он их связывает страстями, как цепями. Когда мы себя посвящаем Господу, начинаем как бы двигаться к Богу, они становятся у нас как бы девами со светильниками. Мы их туда внутрь, они внутри, как пять крытых ходов. Понимаешь, про что говорю? То есть они у тебя становятся, как ведут к этому источнику, где Господь как раз этого калеку исцеляет. Пять крытых ходов. Они как бы, они уже становятся, вот эти наши чувства, к храму, к Господню, внутрь. И понимаешь, вот многие не понимают, что такое чувство на духовном уровне. Я просто один раз испытывал. Я, знаешь, так сидел с одним. Почему? Вот я не знаю, как это объяснить просто. Ну, сейчас попробую объяснить. Я сидел, ну, я тогда духовно жил, как бы, и пребывал, как бы, вот в духе. Но это было тогда. И, знаешь, я сидел, вот он мне что-то говорил. И вот он меня уже час, а я просто сижу, слушаю, и, знаешь, как бы не могу ему отказать и сказать «умолкни», потому что человек умирал, грубо говоря. Он умирал, лежал. Я час слушаю, у меня уже все, я, короче, я вдруг не выдерживаю, я вот так взрываюсь. Я говорю, что ты тут лежишь, вот это вот, с тобой Господь тут лежит вместе на этой... твоей кровати, и знаешь, у меня, я не знаю, что со мной начало происходить, я вот взорвался вот так вот, в чувствах, и из меня как пути, знаешь, вот я это не передать, я как будто с меня фонтан какой-то пошел, у меня забурлило живот, я себя вообще не чувствовал, я, знаешь, вот как говорят, в духе, то есть тело перестало вообще существовать, и вот через мои вот эти чувства, которые воспламенились, вот я вот вспыхнул вот так вот, да, возревновал как бы, я говорю, что ты вообще говоришь про Господа? Да как ты вообще вот это вот... И понимаешь, вот эта ревность, но это была чистая ревность такая, святая. И оно, знаешь, как оно как потекло. И я чувствовал, что я просто, как тебе сказать, сосуд, из которого что-то начало вытекать. И представляешь, этот человек, он должен был умереть на следующий день. А он... и мне врачи сказали, он уже все, он уже это... А он мне рассказывал, что я там вот уже сегодня ночью там был, где люди собираются, уже в свою очередь ждут. Ну, понимаешь, про что говорю. И это... И вдруг он... восстанавливается. Я всю дорогу ехал потом и плакал, потому что я такого никогда не испытывал, но я плакал от того, что я чувствовал, что Господь через меня говорил этому человеку что-то. Он изливался вот это вот, знаешь, вот это все из чрева, вот, как говорят, из чрева потекут воды. Я это испытал в этот момент. И поэтому я тогда понял, что чувства, вот эти чувства, они, если мы их привязываем, наши чувства, туда внутрь, к сердцу, к Богу, тот, вот это становятся они когда крытыми вот этими ходами, пять наших чувств, пять крытых ходов Соломоновых. И ты понимаешь, у них, у древних, очень, они очень серьезно эти вещи понимали, и у них целая наука там была. И ты заметь, Христос никогда не говорил там, да, так вот спонтанно там,
там собралась толпа там или группа девиц, да, а он говорил 5 таких, 5 таких. Он говорил там 10 этого, 10 этого, там 7 корзин этого, 12 этого. То есть четко всегда все распределял. Потому что вокруг нас все очень тонко, как тебе сказать, имеет какие-то свои определенные вот эти вот духовные механизмы, которые мы не видим. Но мы с ними завязаны очень серьезно. Потому что даже дьявол, ты заметил, он не просто так, у него тоже везде вот эта нумерология, потому что он везде пытается все осквернить. Вот представь, люди, да, люди такие, там, Нафанаил, апостол Петр, они, по сути, у них ожили эти чувства. Они, вот как эти 5 невест разумных, то есть 5 дев, их не чувства стали, они, понимаешь, они загорелись, и их масло не тухло рядом с ним. Потому что они его чувствовали, они ожили вот этими, понимаешь, про что говорю? Потому что ты заметь даже, а ты как Петр думаешь? Да, ты сын Бога живого. То есть он не даже, он, понимаешь, он загорелся, у него вот это все в нем ожило. И Нафанаила, да, Господи мой. То есть и потом возьмем Фому, когда он его говорит, да, Господь мой. То есть ты понимаешь, они все, вот как и, потому что жених рядом с ними оказался, и они не, то есть, вот единственное насчет бодрствования, когда он им сказал, он говорит, бодрствуйте, и тут добавил, молитесь. То есть бодрствуйте и молитесь. Я вот просто над этим еще думаю. Ты понимаешь, что чтобы с нами сейчас не происходило, вот я как раз недавно тут с братом с одним мы сидели, и он, конечно, мне, знаешь, я на него смотрел, думаю, какой молодец. Он говорит, вот что бы со мной не происходило, вот даже, говорит, хоть при смерти, говорит, но я, говорит, всегда соблюдаю все правила молитвенные. Ну, то есть, вот, я, говорит, четко иду, я, говорит, всегда вот это вот... И для меня вот это, знаешь, я вот это слово, вот это, бодрствуйте и молитесь. То есть молитва, она как дает нам не засыпать. То есть молитва, она как бы не то, что, ну, для нашего уровня, на котором мы сейчас, хоть мы и мертвые во Христе, но она как бы молитва, она играет огромную роль. Как вот мне один монах сказал, говорит, стоит, говорит, прекратить молитву, ну, по каким-то причинам, да, там, приболел, там, раз попустил, два попустил. Но она и... как бы поверх этих чувств идет, она покрывает. Да, она... Масло, оно, по сути, даже как то же самое масло. Оно его, не то что, оно как огонь для этого масла. То есть вот этот светильник, который горит, молитва вот эта. И я просто, знаешь, над чем думал. Но в то же время, да тут, наверное, все взаимосвязано. Потому что без дел. Вот их я слушал, этот протестант, там, баптист, он не знает кто, он говорит, масло это Дух Святой. Ну, ты знаешь, если у нас и неразумные вышли с Духом Святым, и разумные, ну, это уже какая-то нестыковка, да, идет? То есть тут масло другое что-то. Вот у Феофилакта вроде я прочитал, он говорит, ну, они почти все одинаковые, что вот масло вот это ели, это наши дела, вот эти вот, которые мы делаем, добрые, милосердные, во имя Господа. Да даже не во имя Господа, а просто вот то, что живем мы вот так вот, это вот как масло собирается. У нас, соответственно, и молитва другая идет после этого. Потому что... Заметь, если ты просто живешь как бы без дел, без всего, просто вроде бы ходишь в храм, и многие такие люди говорят, он говорит, да я молюсь, оно говорит, как-то все это, такое все мертвое, все. Ну, конечно, а как же еще по-другому? Ты начни жить в добре, да? Ну, по-доброму. Я думаю, молитва изменится, скорее всего. Как раз с покаянием мы с тобой начали. Вот про покаяние, я почему и сказал вот это покаяние. И когда Иоанн Креститель им сказал, покайтесь, сотворите достойный плод покаяния. И знаешь, я какой момент из Библии вспомнил? Гедеон, мне кажется. Как он встретился с Господом первый раз? Когда он сокрушил идолов, всех идолов. То есть, получается, знаешь, вот я так размышлял, что мы живем, люди, а у нас в нашей жизни, у каждого есть какие-то свои идолы. Вот мы привязаны к ним, к этим идолам. У кого-то там, может, телевизор, у кого-то там, ну, любой, там можно что хочешь. Кто-то поспать любит идол там, ну, понимаешь, про что говорю. И ты понимаешь, это же тоже, по сути, в своем мире, как какое-то внутреннее покаяние происходит, когда ты одну отсек, осознаешь ты это, да, все глубоко понимаешь, ты отсек одного идола, второго, и он, получается,
этот воин Божий, он просто всех этих идолов сокрушил в своей жизни и общего, которому все поклоняются. Ну, допустим, у нас у всех есть какой-то общий идол, да, там, общие идолы. Потому что все говорят, да как там, это же... А он все сокрушил, то есть он как бы, видать, что-то понял вот в этом, в своем осознании, покаянии, что вот это... И тогда сам Господь к нему пришел. Хочу сказать, тут вот получается, как бы мы перепрыгиваем через ступень, вот, через вниз. Вот, вот смотри, сокрушение идолов, оно происходит и в буддизме, и в мусульманстве, да? Но не узнав Христа, оно тщетным как бы является без познания самого Господа. И смотри, в протестантизме они, казалось бы, узнают тоже Господа, да, и начинают, но получается то, что они не того Христа узнают. То есть, не того. Да, у них происходит знакомство с тем Богом. Узнают Христа из Откровения, о котором предупредили, что будет брать чудесами и знамениями брань вести. Вот они этого Христа как раз и приняли. Это наш Христос, он бегал же чудеса, знамения. Если он сотворил чудеса, то он говорит, никому не говорите. Кого бы ни исцелил, никому не говорите. И знаешь, что самое интересное, что вот как раз я вот и разговаривал с своим другом тоже. Я говорю, ты понимаешь, что Господь, он не то, что он даже прятался порой. Он убегал, чтобы никто не знал, и он от этого всего, он боялся этой славы, вообще боялся, чтобы тщеславия не, вообще рядом не было никакого, ни гордыни, он от этого всего убегал. И о нем как сказано, что он не сам о себе свидетельствовал, а свидетельствовал о нем Отец всегда. То есть он о себе вообще никогда не свидетельствовал. Понимаешь, это единственное, вот я встречаю только у апостола Павла, когда он единственное, у него есть такой момент у апостола Павла, но он, в принципе, наверное, поэтому и страдал. Он говорит, дано мне жало вплоть, дабы я не превозносился. Потому что у него, он это называл безумием. До меня это дошло. Знаешь, какое безумие в нем было? Он говорил о своей жизни и действовал для того, чтобы замкнуть уста особо таким вот, знаешь, вот есть такие ревнители, которые всех начинают за... Ну, христиане. Апостол Павел, и он говорит, не помнишь, он говорит, не вводите меня, только сейчас, говорит, это, дойду до откровений вообще, и мне это вообще не полезно будет. То есть и он не об этом не рассказывал, он старался об этом не рассказывать, он их прятал в себе, вот эти откровения, там, видения, и, понимаешь, вот возьмем вот моего старца там, или многих других, они никогда не рассказывали своих вот этих вот, ты понимаешь, я понимаю, что я переступил эту грань, как бы, у меня есть такое, почему я и вижу вот эти последовательности, все свои ролики, которые я излил, почему я сказал одному брату, я говорю, ты понимаешь, я вижу там, и как бы, у меня борьба была, и гордыня, и тщеславие, очень серьезная, да, смертельная борьба была, потому что я это все чувствую, но я пошел на этот шаг, для того, чтобы открыть вот это внутреннее, понимаешь? Чувствуется на все 100%, и в этом даже не сомневайся, там ничего не было, там все чисто и ровно. Нет, знаешь, это люди не видят, а я-то чувствую. Ты не представляешь, какая гордыня меня холобыснула. Вот я реально увидел демона вот этого в храме прелести. Он на меня начал... Но видать, потому что, как тебе сказать, вот как я тебе рассказываю сейчас, я пошел на этот шаг только для того, чтобы людям открыть свою вину. Я понимаешь, что... понял все абсолютно. Да, я просто вижу, что все. Я говорю, Господи, ну ты смотри, что происходит. Ну ведь все в погибель идут. То есть прям толпами идут в погибель. И люди, они видят, не понимают. Ты понимаешь, что самое страшное, что даже в православии... Дай Бог сейчас, если... Я тебе сейчас хочу вот как бы правильно сказать. Да, даже вот у Лапы есть такой момент, он говорит. Тот заповеди, что он насчитал, догматов, догм. В православии. 729, что ли, не помню. Да. Ты понимаешь, до меня доходит. Помнишь, мы с тобой говорили, какие меры были наложены на это, когда вышел этот всадник, который хотел повредить и вино, и ели. Но он наложил меры на слово. И ты понимаешь, до меня доходит. Христос был прост. Он пришел, он был, это сама жизнь, сама истина. И ты понимаешь, а у нас опять взяли вот эти меры, наложили, опять все заковали,
И ты понимаешь, и вот до чего уже сейчас доходит, почему до мракобесия все доходит. Вот я к сестре захожу сейчас, она мне говорит, я говорю, ты хлеб будешь печь? Она говорит, я хотела в пятницу печь хлеб, но мне сказали, что нельзя в пятницу хлеб печь. Я говорю, знаешь что? Я говорю, а завтра четверг? Я говорю, смотри, из дома не выходи. Я говорю, в четверг, когда идешь, направо смотреть нельзя. Она, что, правда? Я говорю, да. Она раз такая, да ты, наверное, шутишь. Я говорю, ну вот то же самое с хлебом. Я говорю, Маш, я тебе сейчас столько могу наговорить, что я последнее время слышал, что надо спать в валенках, что надо... И ты понимаешь, но оно до смешного доходит. А ведь это плоды того, что Христа, даже у нас в православии, его, как тебе сказать, да, есть святые отцы, которые дают мудрость. Но ты понимаешь, давай возьмем простой пример. Когда Господь пришел, ведь никаких великих не создавал, никаких вот лабиринтов таким между Богом и собой, да? Ну вот, между человеком и Богом. Он пришел и сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное к вам. Покайтесь, просто покайтесь. Для этого есть исповедь и причастие, понимаешь? А мне как бы уже даже в этом, мне говорят, так, вот тебе правило, тут вот 700 заповедей. Вот ты их изучи, без них ты не меняешься. Ко мне обращались тоже еще год два или три назад. Один обращались, попросил Лапкина, чтобы он лечил, ну, их канонов. Вот, я там тролль, это еще просит, это список. Он, да какой список, зачем он типа список, пусть они сначала исполнят, ну, самое основное, то, что нарушает этим крещение, чтобы погружали полным погружением, чтобы во время, допустим, венцы полагали на голову, да, а то сейчас как носят над головами, вот, не брали денег за требование, чтобы десятину восстановили, которая еще до революции была там, ну, то есть это основное, как бы, такое православие. Ну, говоря о тех остальных, вот сейчас, смотри, мы там разговаривали, тема тоже одна есть, по поводу, Христос сказал, не жениться, да, повторно, кто женится при живом муже или жене, тот прелюбодействует. А вот смотри, раньше-то, в те еще времена, еще 200 лет назад, оно как бы, ну, жил поселок, поселение, народ, там каждый друг за другом знал все и видел. Там, допустим, Ванька с Машкой там где-то за кустом спрятались, уже все, вся деревня знала, да, они уже выходили из-за куста, объявляли себя мужем и женой. А сегодня, ты смотри, как происходит, сегодня они там имеют по 10 пар до замужества, да, и их потом венчают, потом она вроде как невеста, он жених. А перед Господом, что Бог дурить, зачем? У тебя было там уже 10 жен, у нее было 20 там мужей, да, и все они являются твоими мужьями и женами перед Богом. Ну, тут, понимаешь, тут как бы разумно тоже подойти. Зачем венчать таких, если ты уже не невеста, ты выходишь в белом платье, символ твоей девственности, чистоты твоей, да? А кого вы дурите, Бога, что ли, дурите? Вот, поэтому он на этом как бы стоит. Но самое интересное, что, вот ты понимаешь, оно как не прискорбно, но это не наши же слова. Вот почему я тебе сказал, что я вот все время думал, да что же за мир там положили на эту пшеницу и ячмень. И до меня это дошло, что ты понимаешь, что Господа нашего Иисуса Христа, его тоже связали, его слово. То есть, и положили меры. Помнишь, да, там печать он когда отворил, он говорит, когда меры они накладывали, он им запретил повреждать вот это вино и елей. То есть это открыто для человека. Да. Но а беда-то в том, что какой-нибудь человек прикоснется к вину и елею, к духовному. Его раз сразу, и в эти меры загоняют сразу. Так, давай в меры. Все, вот меры есть, не вылази за меры. Кто ты такой? Понимаешь? С одной стороны, да, для того века, который идет, вот этот усыпленный, вот этот вот... Можно, потому что сказать, что закон как дед-водитель. Может, Бог это и попустил, знаешь, вот потому что если бы была такая свобода, о которой мы вот говорили с тобой, это как у протестантов,
Это бы такой бы сейчас дурдом был на планете Конечно. Земля. Это хуже, чем тибетские вот эти монастыри сейчас стояли везде, вот эти вот. Их было бы миллионы, и в каждом был бы свой Христос. И поэтому Господь вот этот корабль пустил, и вот эта вся книга Откровений про его корабль, православную церковь. Сейчас особенно молодежь, она начала просыпаться, к православию тянуться, да, там, к вере. И они начали снимать фильмы. Фильмы такие, знаешь, вот патриотические там, то есть это... Я даже не удивлюсь, что... Вот как тебе, помнишь, что там, и когда зверь жрет вот эту вот блудницу, да? Я не удивлюсь, что может быть такое даже, что Антихрист может в какой-то степени даже начнет бороться якобы с грехом. Блудников там это, уничтожать это вот, знаешь, вот... Конечно, в реку, так и там, так, да, все. Красиво так, знаешь, духовно так, все скажут, о, это же сам это... И... Самое страшное, я вот так размышлял, хоть многие и говорят мне, братья, ложного царя не будет. Ложного не будет, антихрист будет. И причем самое уже, вот... Уже придет мир, чтобы воцарилась в мире справедливость, его справедливость. Да. И народ будет счастлив этой справедливости. Самое страшное, что это... Вот я хоть Осипова, мне мой наставник запретил слушать... Но я просто один раз вот про царя у него вот это слушал, было дело. Сейчас я его вообще не слушаю, потому что он мне сказал, не наш, говорит. Это его пастор. Я тебе сказал. Да еще лет 5 назад. А. Вообще его нельзя, это, говорит, не наш. Но он прозорливый был, то есть он это. Он сказал, говорит, его, он всем своего, никто не вообще даже не слушайте его. Он говорит, это, говорит, поставленный специальный человек. Ну, я его слушал еще лет 10 назад, а сейчас я его тоже смотреть даже не могу никак. Он, кстати, сказал, знаешь, такую интересную мысль у него была, что Россия – самая почва для пришествия Антихриста. Да. Потому что весь народ ждет царя, но царя-то другого. Вот как раз такого царя, которого и евреи тоже ждали. Ты понимаешь? А не работали ли это вот этих иудеев, то, что они 100 лет приносили эту жертву тут у нас, вот этот, да, вот этот жертвенник был, зверю, вот этому Владимиру Ильичу там якобы. А это он не якобы... от себя, он не от себя говорит. А вот подлинное пророчество, подлинное, которое можете все взять и прочитать, прямо прочитать, это пророчество Игнатия Брянчанинова, святителя, который в своих письмах, вот, это середина 19 века. Черным по белому прямо написал, можете, повторяю, взять и прочитать. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Он сказал, мысль, идею. Сколько было этих деятелей, которые хотели захватить весь мир? Вот он, наконец. И ужас какой, наш народ может и должен, в смысле, должен по идее, по логике, он не в приказывать, он не может, может и должен, наш народ. Я содрогнулся, когда первый раз прочитал это. Но смысл в другом, что я просто тоже так вот сидел, размышлял, хоть у меня вот мои братья тоже, они говорят, да нет, да ты что, Бог не допустит лжецаря. Я думаю, стоп, ну как не допустит, если... Ты понимаешь, что он-то может и прийти под видом вот царя, антихрист. Просто уже как бы наш настоящий царь его может и швырнет отсюда, понимаешь, с России, пинком под попу, грубо говоря. Может быть, вот стычка какая-то произойдет. Но ж не может такого быть, чтобы пришло такое, знаешь, вот зло глобальное. И Господь по-любому, наверное, выдвинет вот этот вот, ну, понимаешь, про что говорю. Потому что... Мы видишь, мы рассуждаем вроде бы так, о России, просто... но... Должна же перед этим случиться война, которая сильно изменит, во-первых, и демографию изменит, во-вторых, умы людей очень сильно изменит. Должна война случиться, в которой погибнет треть населения. Представляешь, какой катаклизм будет? Пришествие. Знаешь, в чем самое страшное? Самое страшное, вот это... Сейчас эта война, это так еще себе, да? Да, она, может, серьезная, все... И вот у меня, я не знаю почему, у меня такое чувство, вот однажды в свое время, почему вот евреи не могли покаяться?
Вот это вот я вспоминаю времена этого Иеремии. У них был такой момент, они всегда, вот почему избранность, вот эта вот внутренняя, которую, ты понимаешь, вот эта Люциферова болезнь, вот эта избранность, что вот я избран, она губит очень многих. Она иудеев погубила от этого. Они же от этого погибли духовно. Они ей заболели этой болезнью. Что вокруг они, а они избранные. Им даже сам Господь через Исаия говорил и через всех пророков. Он говорит, вы, и даже помнишь, апостол Павел сказал им, вы, говорит, должны были отцами стать, а вы, говорит, до сих пор дети. То есть ты понимаешь, их Господь хотел сделать, вот как тебе сказать, как наставников духовных каких-то, да, пастырей земли. Ну, чтобы народы, он даже там у какого-то пророка, я не помню, Исаиль-то, он говорит, я, говорит, подниму, говорит, твою сестру, самарянку, но это будет не от твоего союза, чтоб тебе стыдно было. То есть это ты должен был делать, ну, Израиль, народ. То есть, а ты, вот я избранный, понимаешь, все, и вокруг никого нету. Это вот на глобальном уровне. И хотя он им говорил, говорит, ты вспомни, откуда я вас взял. Вы, говорит, блудницей были, я, говорит, вас нашел, говорит, вообще, говорит. И поднял, и очистил, и сделал. Но люди всегда это забывают, да, чуть коснулся Господь, и все, и понеслось. И вот ты понимаешь, вот этот момент, сейчас поймешь, к чему я говорю. Они в свое время до такой степени, вот у них это в мозгу закостенело, вот этот патриотизм ихний, духовный, что вот они такие избранные. И когда Господь воздвиг Навуходоносора, а Навуходоносора Господь воздвиг, и он ему отдал все царства земные, он же их тогда еще хотел подлечить. И они не поняли. И Иеремия им сказал, говорит, вот сейчас, говорит, придет царь Вавилонский, Навуходоносор. И, говорит, все, кто пойдут смиряться и пойдут в плен, вот эти люди, кто смирятся и пойдут в плен, они восстанут в это вот, ну, понимаешь, в Божьей вот этой благодати, в духе. То есть я своими словами это все говорю. А они ему говорят, да ты что, ты там... Его и в яму там, в помойную кидали, он там сидел в помойной яме, в этой грязи сидел, представляешь, по уши там сидел. Его там и били, и что только с ним не делали, его доставали, ну скажи нам правду. А он опять говорит, смиритесь, если. Ты понимаешь, как опасен патриотизм избранности? И нам это сейчас пытается сделать. У нас очень многие этим заболели. Мы богоизбранный народ. С нами Господь. Да вы покайтесь сначала, просто покайтесь. Если Господь вас избрал, для чего Он вас избрал? Он вас избрал для того, чтобы вы стали светом для всего мира, светом покаяния, светом прощения Божьего, светом Христовым. Какую избранность? Они в штыки все опять собираются. Понимаешь, против жидов, бей жидов, спасай Россию. Да вы от них далеко не ушли, они вас опять, они вас заразили своей болезнью. Они вас своей болезнью, они заболели Люциферовой болезнью. И, понимаешь, они заразили. И сейчас они заражают еще и нас всех вот этой. О, да, вы избранные. Вы, вас сам Господь избрал. И ты понимаешь, мне вот как бы это, я так сидел и думал, да сейчас Господь возьмет, вот как с ними поступил. И войдут сюда американцы и поставят свои посты. И будем мы в плену в Вавилонском. И он скажет, вот ваша избранность. Вы избрали, вы этого захотели. Понимаешь? То есть, ты понимаешь, в чем вот эта страшная беда? Беда в том, что мы попадаемся на крючок, на те же самые наживки, на которые дьявол крушил народ Израиля. Вот все в точности. Вот один в один. Он как будто играет, знаешь, вот ту же самую пластинку, только более масштабно. И понимаешь, вроде бы одному говорю, он говорит, ты что, иудеев любишь? Я говорю, вот ты уже вообще что ли? Я говорю, ты пойми, что иудеи... Они также нам, святые отцы наши, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Давид, это наши святые отцы тоже. Самый этот, сейчас скажу, Иезекииль вроде говорит, он говорит, Господь ему говорит, возьми, говорит, жезл Иуды, это вот о чем мы говорили, этот жезл Иуды, то есть он никуда не делся, он говорит, возьми его и соедини с жезлом Иосифа. А Иосиф, вот почему там это пророчество вот, об Иосифе, это не просто история о Иосифе, а он, почему он и сказал Израиль-то, он говорит, а пастырь выйдет от Иосифа, то есть из Египта, про нас уже говорил тогда, вот этот пастырь народов, о ком и Откровение говорит, что родится младенец и будет пасти народы, пастырь, Иезекия о нем говорит, и ты понимаешь, что он говорит, и он Иезекии это знал, он ему Господь говорит, возьми жезл Иуды, соедини с жезлом Иосифа, и будет один жезл. То есть мы как одно целое, как из... Вот понимаешь, про что я тебе сейчас говорю? Вот я попытался более проще. То есть понимаешь, что
Никуда не делся Ветхий Завет. Все вот эти отцы святые, они нашими отцами стали. Мы к ним привились. Неужели они вот не осознают то, что они творят? Или это до такой степени они уже вошли в этот контакт с дьяволом, что они уже напрямую с ним в контакте? Что они, или они вообще не соображают, что они творят? Ты понимаешь, что такое чувство, как будто они весь этот опыт всех этих вот, начиная от того, как Израиль уничтожался, да? Они все это спроецировали на нас. Вот прямо один в один все спроецировали. И вот этот сейчас патриотизм, вот этот вот богоизбранность, сейчас ее внушают всем, что мы народ избранный. А о покаянии никто не говорит. Заметь, кто-нибудь говорит о покаянии? Чтобы люди просто пришли к покаянию, покаялись там. Не, есть люди, говорят об этом. Но вот даже, знаешь, вот мне брат один говорит, он говорит, вот все, слушай Александра Калинина, да? Все на патриотизм направлено. И ни слова о покаянии. Вот на эту богоизбранность, понимаешь? Что царь за нас искупил все грехи. За нас прежде всего искупил грехи Господь наш Иисус Христос. Он искупитель. Все всегда говорили, искупитель мой жив. А наш царь, он просто сораспялся Христу. Понимаешь? За свой народ. Сораспялся Христу. Но никак. А получается, что... Это что же получается? Он, значит, пострадал. И мы теперь можем что хочешь, что и делать. Вот эпитимия закончилась 100 лет, и гуляй, братва, опять все по новой, да? Опять революция, опять все это в крови утопим, жидов будем бить, на коле сажать. Вот это богоизбранный народ вообще, это прям... И самое смешное, что те жиды, которые более глобально сидят в мировом масштабе, они же этих же жидов и в жертву принесут. Только ради того, чтобы совершить вот этот спектакль в России. Понимаешь? Они их даже нам дадут, скажут, засажать их на кол. Вы избранные. Утопите все в крови, это будет очистительная кровь. Все в крови. Так и будет. Вот о чем ты сейчас говоришь, все так и будет. Оно по-другому не может быть. Но мы видим плоды вот всего же этого. И вот то, что оно произошло, как сказал Экклесиаст, ничего под этим небом нет нового. Все сценарии, они из столетия в столетие разыгрываются одинаково абсолютно. Сатана, он не может ничего нового придумать. А человек, он настолько скудоумен, что он все повторяет. А история-то, она, видишь, ничего переписывается. Для того, чтобы не могли увидеть прошлых событий. Вот. Но тут события не слишком далеко. Октябрьская революция от нас произошло. Произошло как? Вот именно взяли вот таких калининых. Вот они сейчас сидят, вот такие, понимаешь, их же первых. Вот они сейчас восстанут против Матильды, вот это его же убьют там на этой Матильде, и эта толпа его поднимет на знамена, на щиты и понесут. Вот он, мученик. Мы Майдан видели, как происходило. Вот это небесная сотня. Они же стали преткновением любой революции, первое кровопролитие. И все, создают вот таких искусственных героев, потом их убивают, и на этом начинается восстание революции. Как мне один брат говорит, ну ты же смотри, он же такой это, как вот знаешь, он говорит, ну там вот этот проповедник, этот, он такой искренний, он же в духе даже был, у него там слова такие были. Да ты знаешь, какие проповеди протестанты читают? Люди плачут. Ты понимаешь, дьявол, он в том-то, вот как раз про этих неразумных дев. Ты понимаешь, что он эти чувства, он их сюда вытащил, и он бьет по чувствам, но не по внутренности, понимаешь? Человек думает, что это он плачет, у него чувства, потому что привязаны к этому миру. И дьявол, он эти чувства, он их знает, как ими играть. Он на них, как на, знаешь, как вот на музыкальном инструменте. Он им может слезливую проповедь прочитать такую, что люди там заплачут, там будут сидеть рыдать, сказать, о, тут Дух Святой пришел. А внутренность осталась закрытая. Этот калека, который у источника лежит, все пробежали туда, прыг-прыг раз в год, да, соблюли, все туда попали. А он как лежал, пытался, и никак не может это, потому что, ну, я говорю, у нас прям вот... Самое смешное, что все так и происходит. Вот то, что люди путают уровень чувств и уровень внутренний. Вот это вот. Понимаешь, почему я говорю, что надо свои чувства внутрь отрубить от этого мира. То есть вот почему и вот у нас святые отцы, у них огромный труд и опыт, что нам они потрудились, а нам просто надо понять. Вот какие люди были. Раз ни с того ни с сего встал на колени и стоял там несколько лет, да, там на коленях молился. Представляешь, не вот просто мирской человек раз встал и все, и начал стоять.
и стал святым. То есть это говорит о том, что сам Дух его взял просто, да, Божий, и сделал столпом. То есть значит, что-то в сердце человека уже было. И он видит, вот что внутренности, Дух-то видит человек, поэтому он берет и поставляет. А если бы он жил на уровне чувств, вот так вот с этим, вот знаешь, у него... Вот ты знаешь, я думаю, что у протестантов вот это и происходит. У них их завязали, их связали чувствами. Вот этот дух, который там действует, вот этот дух, это по сути притча Антихриста. Он их связал, и самое смешное, что он их улялюкивает евангельскими проповедями. И при этом вот эти вот чародейные все вот эти потоки, все, он их там полоскает вот так, и они... Вот так вот. Ты видел, они все как там? Они или вот так, или вот так. То есть он их как это, белье. Он их полоскает. Понимаешь? И они промываются этим духом вот так вот. Промываются, и они кайфуют. Им кажется, о, вот это да, вот это да, вот это. О, золото изливается там. Чудеса происходят. А он их просто привязал туда. Вот попробуй его выдерни сейчас из той ячейки. Знаешь, как он будет болеть? Вот сейчас любого харизмата просто возьми, вот так выдерни. Это будет ломка. У него будет реальная ломка. Он уже, понимаешь, вот ты его, а приведи его в православную церковь, да он взвоет, он скажет, вы что, да тут мертвое все. А он сначала будет истерика, понимаешь, у него конкретная. Он даже не будет понимать, что это вокруг него происходит, и такой вот, вы меня в подземелье какое-то привели. Его там демон ему еще накрутит всего этого, понимаешь, там, смотри, бородатые тут падают, иконы лобзают. Ну, а у них же там, понимаешь, есть свои какие-то такие, и как, знаешь, он им... Есть такие эталоны, которые им внушают, что вот это зло, вот это идолопоклонство, это там, и они уже боятся. То есть, но вот насчет того, чтобы выдернуть оттуда, это я просто сам знаю. Знаю, у меня друг, да, вот оттуда там попытался, он как наркоман, он его ломал, он начал пить. Он прям пить, он вроде бы в православии, а он начал пить как сапожник. Ну подожди, послушай, а что, дух этот нельзя обрести, допустим, дому одному? Включил музыку подобную, там и барабаны какие-то, и начинай прыгать, полоскаться из стороны в сторону. И что, ты не найдешь можно. Ли этого духа? Можно найти. Ну, а что тогда ты, проблема? Ты знаешь, что после... Почему вот мой старец, да, он после этого всего не просто даже отчитку. Там не только отчитка идет. Вот реально идет отчитка от этого, то, что они там черпают. Я же еще проходил и чин отречения. То есть ты проходишь еще и чин отречения в храме. Потому что, по сути, что такое чин отречения? Ты когда туда пришел, ты как бы присягу дал уже. Это своего рода как вот крещение. Только ты понимаешь, что ты крещение имеет глобальную такую вот... Люди просто не понимают. Это как присяга, да? Это та же самая печать. Ты пришел, получил печать. А какую ты там печать получил, понимаешь? И поэтому получается, что у меня много раз было, знаешь, вот борьба такая, я после этого всего, я думаю, вот, ну, меня просто Господь, наверное, по милости. Потому что если бы я не встретил, допустим, этого старца, отца Георгия, я бы эту ломку не прошел бы. Потому что у меня очень часто такие возникали сомнения, все, я зашел, думаю, да что же это такое, какое-то это, все омертвелое, все какое-то вот мертвое во Христе. Подожди, меня вот интересует сама привлекательность, это некие вот ритмы, какие-то струны в душе, да, нужно, чтобы они звучали всегда, или как, что это тянет? Как тебе объяснить? Ты понимаешь, что там когда начинается общая молитва, вот когда все начинают молиться, там начинается такое состояние порой даже, что ты даже тело своего не чувствуешь. Вот там реально вот как будто вот, как тебе сказать? Ну, я тебе больше скажу, чародеи, да? Они все это умеют делать. Потому что... По сути, это все на уровне чародейства, это все то же самое. Не, но все-таки, смотри, что? Значит, получается, что вот эта вот общественная молитва, соборная, да, она тоже работает по принципу, вот даже вот православие по такому принципу работает. Но там дух совершенно другой. Ты не знаешь, я тебе какую интересную вещь подменил? Вот я один раз пришел в один монастырь, в храм, и когда люди запели верую всей церковью, вот все запели.
такой это, взрыв такой пошел, знаешь, вот духом наполнил всю церковь. Ты понимаешь? И я просто в другой храм пришел, а там не поют вместе. Там так каждый что-то шепотом пытается это. Там этого нету. И я понял, что православные просто не понимают свои силы. Вот почему вот это «Верую» и «Отче наш» должна петь вся церковь. Петь всем сердцем своим. Вот когда люди заходят в храм и начинают петь ее, там огромная сила, там такое идет, вот знаешь, вот с алтаря все это начинает, вот как тебе сказать, это как родник, и ты начинаешь, все начинают из него черпать, а он еще больше начинает течь. Понимаешь, просто вот эти моменты на духовном уровне, я их подметил очень серьезно. Поэтому соборная молитва, она огромную роль имеет. Почему вот, ты понимаешь, вот возьми даже иудеи, они же это все знали. Они целые, можно сказать, политические режимы меняли соборными молитвами. Вот собираются в пост и молитву, и они могли даже целый строй разрушить. Вот до такой степени. Ну а смотри, сегодня вот православные, допустим, в своей практике, я думаю, почему не хотят пользоваться вот соборной молитвой, потому что как бы это сейчас в протестантизме присутствует, и они не хотят уподобляться им вроде как, да? Не, а мы можем, как тебе сказать, вот, допустим, кто-то призвал, там, вот, Великий пост начинается. Давайте будем там молиться, там, у нас уже идет соборная молитва. Там раз договорились, там, в 12, в 3, там, вот как сейчас Эльпидий при всех сказал, говорит, давайте будем молиться в 6, в 9, в 12, в 3, ну, через каждые 3 часа, Господи Иисусе Христе, будем милостивы к нам грешным. По 30 все равно, раз он... Все не то, когда по раздельности в разных, это не то. Вот она сама соборность, вот это, понимаешь, когда все вместе собираются, когда это... А, ну, когда... Да. А ты знаешь, как это? Я ж когда приехал сюда, в это, в поселение, и мы, короче, попервой, ну, как тебе сказать, вместе там все собирались, там и сено косить, там и это. У нас вначале все, знаешь, как бы хорошо так пошло. И раз в неделю мы собирались все, там, знаешь, чай пить, там вот, ну, соберемся там. Знаешь, как благодатные вот эти моменты, когда все собираются, а потом все это разрушилось. А почему? Все разрушилось. Почему разрушилось? Почему? А ты знаешь, это началось такое, у нас еще и когда старец почил, то вообще все, все стали, каждый сам по себе, многие как бы, ну ты понимаешь, вот почему самое смешное, почему дьявол начинает сразу рушить все православные общины? Он рушит, или он их введет в какое-то сектантство страшное, в какую-то дурь загонит, мракобесию, или разрушает так, что каждый уходит в свой дом и вообще говорит, я не буду ни с кем общаться, это вообще... полное, как бы, лучше сам по себе. И знаешь, вот как мне брат один мой сказал во Христе, он говорит, ты знаешь, а потому что мы стоим на верном пути, поэтому нам и пресс. Понимаешь? Против нас весь мир восстал. Где сейчас ты увидишь православную общину, которая, вот ты понимаешь, у нас что-то только не было. Нас и военными перегораживали, кордонами. Травили нам скотину, вертолетами летали. Пролетел вертолет, просыпал в соседних там за границей деревнях, скотина вся попета, начала дохнуть, и их даже, у них кордонов даже не было. Им просто сказали перерезать. А нас окружили, короче, поставили посты военных, ментов нагнали. И ты представляешь, меня даже это один раз останавливают, говорят, откройте машину, что вы там везете? Я говорю, продуктов полную машину купил. А что, я не имею права при... Я, может, вы мне еще есть запретите? Я говорю, да отойдите вообще от машин. Ну, мы тут, у нас битва такая была конкретная. И хотели у нас скотину, мы тут скотину все прятали. И у нас ни одна скотина не заболела. Ты представляешь? Вот те, мы и крестный ход ходили. Их водой там монахи поливали эти кордоны, прям этих, ихних, шли вот так святой водой, их поливали. Они хотели нас с пеной, там у нас, как бы, понимаешь... И самое интересное, что люди не заметили того, что в соседних деревнях там как бы очень много скотины умерло, да, вот то, что они на вертолетах пролетали, попосыпали, а у нас ни одна корова не заболела. И они для того, чтобы хоть как-то нас, вот знаешь, вот зажать, они, короче, своих, вот, ну, как знаешь, были полицаи в свое время, лжесвидетели. То есть они сразу раз начали говорить, вот, и у меня корова, она заболела. А потом мы раз говорим, это кто такая? Ну, там соцработник. Да у нее корова никогда не было. Ты понимаешь?
И они, а они на публику в газеты везде, что вот она там, там, ой, у меня корова, я ее отдала. Да у нее коровы не было. А это, понимаешь, в СМИ это все выпускает, чтобы себя как бы оправдать. А то, что нас перекрыли, и тут, понимаешь, ходили, у нас некоторые уже верующие, знаешь, как делали? Набирали прям это, с параши ведро на говна. К забору подходили, говорят, сейчас хоть один зайдет, буду выливать. Ну, уже не знали, как с ними бороться. Я уже, короче, ну, мы, это, знаешь, прошли, конечно, это. Но, честно сказать, было такое состояние, вот, что вот на грани революции, короче, уже вот до такой степени довели. И я потом раз себя поймал на мысли, а ведь они это специально делают. Они сначала нас сектантами объявили, что тут поселение, это община сектантов собралась. Потом у них тут рядом туристические зоны, чтобы туристов не пугать, они говорят, это староверы, отстаньте от них. Ну, у нас уже перестали трогать, это староверы. И вот к нам в деревню приезжали посмотреть староверов. И вот они приедут, о, как тут все, как феодальный строй, все такое старое. А потом, знаешь, я думаю, деньги есть деньги. А может, Господь их просто, знаешь, туризмом вот так вот отвел от нас, чтобы не пугать ли народ. Но все равно, нет-нет, знаешь, так ветврачи это наведываются, но уже знают, что с нами очень сложно, они так уже приезжают. Потому что после того момента очень много ветврачей поувольнялись, ушли просто с работ своих. Ну, потому что им так и говорили, вы вообще... Им говорили, вы что, вы понимаете, что это идет уничтожение русского народа, это геноцид. У нас люди скотину завели, а нас решили просто, понимаешь... А тут под этим всем борьба с православием, только вот таким техничным путем, понимаешь? И самое смешное, что я знаю, что многие православные поселения щемились, конкретно щемились со стороны властей. А Дети Солнца, вот тут вот они живут там на хребте, у них там поселение. Представляешь, их миллионы спонсируют с правительства. Да. Показывают, смотрите, какие старообрядческий строй русский. Вот какой он, вот как живут, у них как все хорошо. Типа Стерлинга. Вот его показывают всех, смотрите, какой молодец. Приезжайте, он вас научит. Жиды его спонсируют, а он еще там и мозги промывает, что православие это бред. И причем так умело промывает людям мозги, а люди даже вопросы не задают, что на земле, да, вот тут вот на земле, в наше время на земле, это огромнейший подвиг вообще. Ну, понятно, просто мне в свое время, знаешь, как наставник сказал, он говорит, главное выстоять. Поверь мне, он мне сказал, говорит, земля скоро отблагодарит. Он же, вот наш наставник тоже говорил, он говорит, говорит, не станет меня, как при Моисее, говорит, все, говорит, разбредутся. Да. Мы сейчас вроде хотим опять, знаешь, как, ну, там, брат у меня во Христе, ну, он многодетный, конечно. Соответственно, денег-то у нас особо нет, но хотим это уйти как бы в горах тоже там начать делать такое, знаешь. Ну, Бог даст, я думаю, что-нибудь, ну, все равно, ну, запустим, может, если с финансами пока как бы ничего, а что у него считать? А много денег надо, да? Да ты знаешь, не то, что много, но все равно как бы это. Потому что я вот сейчас думаю, ну, картошки засадить, там, знаешь, сделать жилье, потому что жилье в любом случае надо делать. Чтобы уже, если что, раз в гору ушел туда и чтобы... А там камни-то есть, да? Да, так, я думаю, знаешь, сделаем с дерева. У нас дуба много тут. А, дуб есть. Да.